Да, когда еще так поедешь по Харькову? По центральной улице. Мяч устанавливал Блохин, расписывался на нем. Присутствовал при установке. Мяч можно устанавливать, укладывать. Устанавливание памятника мячу. Ух ты, какой букет. Там у нас аллея Харьковская сирень, кинофестиваль. А здесь у нас памятник 50-й параллели. Памятный знак. Вот она идет, 50-я параллель. А на площади Конституции ниже должны сейчас люди собраться по поводу годовщины. Зеркальная струя. И оперный театр. Леонид Быков. Кадры с фильма «Уйдут одни старики». Да, ну не красота.
Это просто праздник какой-то. Скрипачная крыша. Почему его сам осталось еще Януковичный подписал?